потому что... В связи с федеральным законом ФСБ, вам объявляется официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений. Предусмотрено статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена». Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области располагает сведениями о том, что гражданин Российской Федерации Ильхих Нидалев Адала Ахмед в период с 2016 года по 2018 год установил и поддерживал контакты с представителем специальной службы, от которого получал задание по сбору информации об общественной, политической и религиозной ситуации в Российской Федерации. В ходе указанных контактов Ильхих Нидалев осуществлял сбор и передачу информации общеизвестного характера. Указанные действия создают условия для совершения преступления, предусмотрено статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена». На основании изложенного, в соответствии с пунктом Г2, части 1 статьи 13 и статьи 13 примечания 1 Федерального закона Федеральной службы безопасности в целях предупреждения совершения преступления Ильхих Нидалю Авдалу Ахмед объявляется официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотрено статьей 275 Уголовного кодекса. Вам все понятно? Я понял. Я хочу, чтобы вы это прочитали сейчас. Я вот слышал. Это официальный документ. Вы, пожалуйста, прочитайте. То, что вы ознакомились с этим документом, поставите вашу роспись и фамилию, имя, отчество.